Еще одно происшествие с пьяными, но на этот раз с пешеходами на улице Глинки. Автобус остановился на красный свет. В это время к нему подошли выпившие красноярцы и потребовали открыть двери. Аргументы, что это не остановка, а проезжая часть, на поддатых пешеходов не подействовали. Они стучали так сильно, что разбили боковое стекло. Теперь хулиганам предлагают добровольно возместить ущерб, а полицейские проводят проверку.